Всем доброе утро. И вот я готова на конференцию. Проснулась, может, половина восьмого, все равно мне времени не хватило, как всегда. Так что вот, мои дорогие, мы за хорошими новостями, что своих партнеров мы вместе пойдем. Поедем. Мы в Конкорде, друзья мои. Да, ничего, с моими бизнес-партнерами. Так что скоро у нас начнется замечательное событие. А сейчас мы пройдем на регистрацию. Красиво мы вместе находимся в Конкорде. Мы вышли сейчас покушать с нашими партнерами на террасу. Все смотрим, да? Что там? Девочки, что мы выберем? Макароны. Так, макароны. Картошка. Рыба. Точно турецкая еда. Что выбрать? Что выбрать-то? Глаза Только для моих зрителей. Какую красоту я вам покажу. Это Конкорд. Я пообедала и возвращаюсь на конференцию. Отель в виде корабля. Красивое очень здание, какого мучевого зелень. Людей, которые кайфуют от жизни. Наверное, завтра я начну уже отдыхать с мужем, купаться, участвовать в активной жизни отдыха. Сейчас я бизнес-леди. Наши партнеры. Замечательная погода. Жара. Всем нравится очень мое платье. Говорит, вы выглядите бесподобно. Кто бы сомневался. Видите, как красиво здесь. Вот там большой зал и еда.
Может быть, что-нибудь там поесть тоже. Сладкое, может, что-то вкусное. Мы поели чисто турецкую, наши итальянские друзья. Buongiorno. Sono Zamira, da Roma. Zamira, sono tu. Смотрите, какое разнообразие всего. Ну, я этого не пробовала, так как ушла. Там, знаете, что мне интересно? Сладости. Вот наша узбекская команда. Это сладости. Что бы я хотела попробовать? Это баклава. Покажу, чем кормят. Вот это вот я хочу попробовать. А, наши девочки сидят там. Смотрите. Что здесь есть? Конкори. Сколько овощей. Перец даже есть. Обалдеть. Красота какая. А здесь горячее все. Мариночка, вы ужинаете, да, решили? И ты ужинаешь. Давай, да? Время есть, поужинаем. Окей. Да, смотреть сквозь. Такая красота. Обалдеть, друзья мои, глаза разбегаются. Посмотрите, какая тут красота. Мама дорогая. Куча закусок. Куча закусок. А это что, мясо здесь, да? Ого. О, какое мясо-то. Я тоже хочу такое мясо. О, мина бабинда из тюрем будет. Бирас. Табак? Тамам. Teşekkür ederim. Nerede tabak? Сейчас я найду табак. Я возвращаюсь уже. Тут попрощалась кое-какими нашими сотрудниками, партнерами. Друзья мои, у меня сегодня произошло чудо. Хочу с вами им поделиться. Я очень... Случайная лотерея была. 10 человек из всего зала. И одной из них была я. Вы понимаете, я впервые в жизни что-то выиграла. Вы не понимаете, по бизнесу там земли. 1000, кажется, земли, это участков. Но это для меня было вообще просто невероятное чудо. Благодарна Богу. Я была на сцене, меня поздравляли. Это счастье. Ашкин меня ждет. Замечательный вечер. Гостиница «Конкор». Кто-то кушает. Ашкем сказал, что там программа своя интересная. Вот я иду.
следующий, поздравляю. Счастливый случай для вас сработал. Смотрите, знаете, кто здесь стоит? Победители. Ну да, победители. А кто еще? Люди. Здесь 1000 участков земли. 1000 участков земли! Двери открываются передо мной. Такая замечательная гостиница. Программа у всех. Наши партнеры ужинают. Все, я пошла, да. До свидания, счастливо. Такой красивый Конкор. Я сейчас на лифте поднимусь и пойду. По-моему, со всеми перефотографировалась. Друзья мои, Ташкент куда меня привел? Посмотрите, забрал меня с отеля Конкор. Быстро переоделась я. И давай на партии, пришли на вечеринку. Губизимова отель? Да. Вы посмотрите, какая здесь красота. Там дискотека. Диско, Варвашка? Угу. Мы идем на диско. Какой счастливый. Турецкую музыку все пошли танцевать.